Так, ребята, ну что, боец на кухне. Это боец Лиги Хардкор. Так, Эрнар, где яйца? Покажите. Бойцовский салат, который, ну, чисто по хардкору. Так, короче, да, красиво не делай, делай по беспределу, так, да? Окей. Суба с лимоном очень хорошо взаимодействует, да? И по КПД очень хороший салат. Клетчатка, белки, жиры, омега, все, что надо здесь. Ты что, уже попробовали? Сейчас такие, о, как вкусно, потом, знаешь, такие, вау. Твоя собака вообще нравится. Скоп, понял, вот тебе, короче, респектик прилетел. Захейтят, скажут, все, на хардкор ты, чтобы попасть, дреды надо сделать. Да-да, такие, все понятно. Нерка вкусная будет. Так. К ним не подходили, ко мне подходят, excuse me, фото-фото. Я когда начинаю говорить на русском, они в шоке. Видите, вот эти вот бойцовские руки делают сейчас бойцовский салатик. Так. Приготовление вкусной еды и общение, и, собственно, как всегда, будет классно, круто, позитивно. Пришел в гости и сразу, короче, давай готовь. Пару слов о хардкоре, как он туда попал, поделится своими эмоциями, ощущениями. Короче, делаем так, все так. По беспределу. Так, ну что, ребят, Эрнар добрался до яиц. Я как это, Юлия Высоцкая стал. Так, еще раз. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребят, привет, сегодня у нас выпуск необычный, с необычным гостем, я жду в гости Эрнара, он скоро придет, это боец лиги хардкор боксинг, профессиональной лиги по боксу, он уверенно идет к чемпионскому поясу, но об этом чуть попозже, вы увидите в выпуске, он придет, сейчас все расскажет. Мы, собственно, давно уже планировали с Эрнаром встретиться, но вот как раз этот час и день настал, он расскажет пару слов о хардкоре, как он туда попал, поделится своими эмоциями и ощущениями. Мы с ними, я знаю, что у него есть канал, он тоже любит готовить, я сегодняшний выпуск сделаю в режиме таком приготовления вкусной еды и общения, и, собственно, как всегда, будет классно, круто, позитивно, поэтому ставь лайк, трескай в колокол и понеслась. А вот как раз он. Так. Эрнар, 10 этаж. Открываю. Вот он заходит. Скуби-ду, как всегда. Как всегда. Скуб — это маленькая караульная собака. Она... Точнее, он ее все равно, когда выходит, все на улице называют, что это она почему-то. Хотя это пес. Огромный, рослый пес. И он, когда кто-то звонит в дверь, он всегда встречает, выбегает, ну, чтобы, короче, суету, короче, наводит в коридоре, чтобы все нормально было. Вот, поэтому сейчас мы, опа, открываем. Так, ребята, ну что, боец на кухне. Эрнар, давай, вот, да, пришел в гости и сразу, короче, давай готовь. Так, смотрите, ребята, это, значит, готовлю я, все это мясное, все на мне, это к Эрнару не относится. Эрнар, у нас что по салатику, давай, что будет? По салату сегодня листья салата сейчас так. Помоем, нерка вкусная будет. Так. Помидорчики. Так. Льняное масло. Так. И пару специй сделаем. Обычный простой салат, но очень вкусный. Давай будет, короче, непростой, а знаешь, ты у нас боец непростой, будет салат от Эрнара. Бойцовский. Да, бойцовский. Все, понеслась. Так, ну что, ребят, Эрнар добрался до яиц. Так, ну что у нас дальше? Приступаем к следующему этапу. У нас просто накромсать рыбу, как удобно, кто как любит. Ты как любишь, кстати? Да, кстати, можно накромсать ее, нормально. А ты, мы ни про что не забыли? Ёлки-палки, яйца забыли. Такой, вот, какие яйца, где они? Так, Эрнар, где яйца? Покажите. Вот эти яйца, ребят, забыли. Сейчас мы их, короче, будем куда? Туда, правильно? Ну, сначала сюда порежем. И туда потом. Все, окей. В смысле, вот до тех яиц, которые сварились. Яйца крутые, крепкие. И, короче, я думаю, то, что Эрнар с ними сейчас справится. Сейчас мы, кто не знает, мы, собственно, мутим салатик. Эрнар делает салатик от Эрнара, да? Бойцовский салат. Бойцовский салат, который, ну, чисто по хардкору. Что было, то и будете жрать. Так, поехали. Что делаем дальше? Как мы говорили, сначала у нас рыба. Так. Это те самые яйца? Это яйца. Два, которые... Те самые яйца. Так, дальше. Короче, делаем так, все так. По беспределу. Так. Максимально. Тем
как сказать, чем проще, тем красивее будет выглядеть. Если мы там начнем тык-тык-тык красиво делать, она будет выглядеть. Нет, нам нужно прям вот так. Короче, красиво не делай, делай по беспределу, да? Окей. Только на кухне, да, отметочка. Это только на кухне можно так, по беспределу. Так, ништяк. Каша получилась, ничего страшного. Слушай, хорошая каша, по крайней мере, вкусная каша, даже с кубяном там. Он дрожит, говорит, пожрать. Так. Мне твоя собака вообще нравится. Скоп, понял? Вот тебе, короче, респектик прилетел. Так, ну что, мы яйца режем. Также яйца тоже, как этот, вот мне еще нравится, когда режешь. Ага. Есть чистые яйца, и вот он немножко, да, я как это, Юлия Высоцкая стала. Не, слушай, давай лучше, к Юлии Высоцкой ничего не имею, давай лучше как этот, как Рамзи. Как Рамзи? Да, давай лучше как Рамзи. Просто прикол такой, есть когда чистые яйца, а есть немножко, да, там, с... По-любому же соусом заправляют, когда вот рыбная вот эта тема вся, и она немножко так садится на этот, ну и тем самым как раз она, наверное, и чуть-чуть... Ну ничего страшного, у нас тоже нормально, я думаю, получится. Просто с таким рыбным оттенком уже чуть-чуть маринуется. Понятно. Так, ребятушки, короче, запоминайте, рыба, яйца, что там дальше у нас было еще? Салат. У тебя сколько подписчиков? Ну, будет больше после этого выпуска будет. Ну, 400 где-то 50 человек. Плюс мне. Нет, 420 где-то есть. Вот. Вот так, ребятки. Поэтому, кто посмотрит видео, будет ссылочка. Все, мы по итогу покажем. Ваня Чернокнижный можно найти. Все покажем. Короче, видите, вот эти вот бойцовские руки делают сейчас бойцовский салатик. Так, давай тогда сделаем так сразу. Если я это сделал, сразу. Эрнар, пока чистишь яйца, расскажи про твое любимое блюдо, которое, может, национальное Моё какое-то твое. Мое любимое блюдо – это бешбармак, гороховый суп, свекольник. И у меня всегда дома вот готовят свекольник. Ну, не готовят свекольник, потому что не любят свеклу. Угу. Ты чисто на нем, кстати, да? Кстати, еще знаешь, есть такая тема. Я в школе вот всегда ел свекольник. По 2-3 порции вот заказывал. По сколько? По 2-3 порции. Можно. Ну слушай, по тебе видно, что свекольничка да так это. Да я скинул 200 грамм. А сколько ты сейчас весишь? Я не знаю, но я 79 на весах стал после взвешивания. У тебя бой был в каком? 79-400, а межсезон у меня был 92. Так, и скажи, когда смотреть фанам, типа меня, который обожает хардкор, любит твои бои, когда выйдет, честно, когда смотреть? Я... Скажу так, как только так сразу, я не знаю. Понятно, ладно, ничего, ну как бы, эту информацию можно выдавать. Бой будет когда-нибудь. Расскажи мне, я вот, например, фанат хардкора уже давно. Ты там был с первого сезона. Я с третьего сезона. Нет, а ты с первого сезона там, по-моему, залетал куда-то, я нет? Я хотел на первый сезон залететь, меня сбила машина. У меня вот здесь шрам на голове, очень такой серьезный. Просто вот на ровном месте, на пешеходном переходе меня сбивает машина. Иду на работу. А так у меня был вариант попасть в сборную Казахстана, поехать на чемпионат Казахстана, выйти в профессиональный ринг здесь, в Москве подраться уже. Кстати, я раньше был профессиональным боксером. А сколько у тебя боев? 4 боя, я уже не помню. Больше. По профикам? Да. А по любителям? По любителям, ну, 120, наверное, точно есть. А ты напомни, мастер спорта или КМС? Я не мастер спорта. Ты КМС. Сейчас у нас в Казахстане вообще мастера спорта выполнить, нужно конкретно зайти в тройку по чемпионату Казахстана. Конкретно там, например, турниров. Как есть мастерский турнир, ты просто подрался и получил мастера спорта. А сейчас только чемпионат Казахстана и все. Ну ты, короче, кандидат, да? Я кандидат. Слушай, а рубишься как мастер? Как настоящий рубака. Слушай, как тебе вообще хардкор? Ты вот ты туда попал, получается, как ты в третий сезон залетел? В третий сезон я просто сделал яркий образ, кто меня знает, в первых боях у меня были вот такие дреды. Ну, это было ярко. Хардкор само по себе это большая медиа-машина. Ну и нужно по ее правилам немножко поиграть. Либо трешток заходить там, как на блатной волне. Либо хороший боец, ну я как хороший боец, но скромный. На кухне. Я как хороший боец на кухне. И получается, я сделал дреды, подал заявку, черный прям такой был. Я еще и за... Слушай, после этого выпуска нас, мне кажется, захейтят, скажут, все, на хардкор ты, чтобы попасть, дреды надо сделать. Да-да, такие, все понятно. Получается, даже в Барнауле дрался первый раз с дредами, когда до хардкора был где-то подраться в Барнауле, пробой провел. И там приехали из Камеруна,
парни, темнокожие. К ним не подходили, ко мне подходят, excuse me, фото. Я когда начинаю говорить на русском, они в шоке. Слушай, вот это вот, так, это, короче, значит, тот пакет, который нужно, чтобы в хардкор попасть, да, типа? Каждый, у каждого своя голова, думайте, импровизируйте, разные стороны, люди какие-то новые открытия делают, что-то, заявку грамотную подавайте, еще что-то. Креатив самый. Но главный, ты не пожалел? Я нет, жизнь изменилась, есть свои сложности вначале, будет тоже, нужно быть к этому готовым, сразу вас никто вот так с распростертыми объятиями не ждет. Все зависит от вас, от вашего терпения и от вашего креатива. И от готовки. Все, понеслась. Короче, Ребзя, сейчас Эрнар вам кое-что хочет сказать. Короче, сейчас у нас осталась заправка только. Так, и ты сейчас пока говоришь, я уже подсниму эту красоту. Я сам не знаю, что за соус. Слушай, ты его не только что придумал. Я его еще придумал. Так, ну и что там будет, короче, у нас? Короче, мы возьмем... просто лимон. Выжимаем все с лимончика? Да. Так, класс. Рыба с лимоном очень хорошо взаимодействует, да? Так, ну это, слушай, ну поварам виднее. Я не повар, я любитель. А то сейчас начну, да, он... За это и хейтить еще начну, да? И так за все. Так. На экране непрофессиональный повар сразу. Имейте в виду. Так, все. Не судите. Короче, лимонный сок, чуть лимонного масла. Называется, я его слепила. Слушай, ну по крайней мере, ну выглядит, по крайней мере, это все достойно, нормально. Там немножко маслица даже было. Ребят, используем, что было, да, чисто по хардкору, как бы. И тут итальянские травы, любые специи, какие есть, соль, перец достаточно. Так, есть. Побольше, так. Тут самое главное, это лимон заправить. Можно вообще только с лимоном. Короче, ребят, если ничего нету, но есть лимон, просто берете, кидайте в тарелку, да, как бы нормально будет. Так, что там, перемешиваем дальше, да? Просто чуть перемешаем. У нас на казахском соус называется туздук. Так, еще раз. Туздук. Ага. Так, это я потом в отбивку. Значит, ребят, соус на казахском называется... туздук. Вот так вот. Вот так, и все. Вот, тут, слушай, тут можно просто стоп сразу ставить. Так. Вид такой прикольный. Раз. Красиво выглядит, очень красиво. И все. Красиво и душевно. Знаешь, пока готовил, заодно и поделился, рассказал, что там вообще. Главное, это делать от души и желания. От души тогда душевно будет, в душу, да? И тогда будет результат. Так, ну это у нас что, получается, финал? Все? Все, финалочка. Финалочка. Так, солить ничего уже не надо, да? Все в соусе как бы. Все, класс. Сейчас Джесс придет заодно и заценит. Короче, ребята, вот такой вот у нас получился рецепт салата от Эрнара. Что могу вам сказать? Берите на вооружение. Берите на вооружение. Давай еще раз пробежимся. Что у нас получается здесь? Из чего сделали? Зелень любую. В принципе, здесь как бы простой салат. Можно хоть что. Зелень любая. Можно рукколу добавить. Еще что-нибудь там. Рыба. Также у есть то, что по душе, да, в принципе, и яйца, помидоры, и по КПД очень хороший салат, клетчатка, белки, жиры, омега, все, что надо здесь. Ага, все, класс, вот видите, короче, смотрите, салат сделан, Эрнар рассказал, как его сделать, рассказал, что у него есть свой канал. Приходите на него. У тебя там больше наверняка рецептов, да, всяких там? Да. У тебя же там, вот. Сейчас будет еще больше, я буду готовить интересную версию борща с казахским акцентом. Угу. Там нужно посмотреть. Слушай, а потом тренироваться-то можно? Это... Конечно. Да? Можно? Это... После этого борща КПД нормальный? Да. Все, класс. Класс. Вот такой вот салочек получился. Так, ребятушки, ну что? Пробуем. Уже попробовали. На самом деле, ну понятно, что уже попробовали. Сейчас такие, о, как вкусно, потом, знаешь, такие... Да не, на самом деле не так сейчас, потому что это прям... Слушайте, очень... Очень даже ничего. Лимончик, как сказал Эрнар, плюс рыбка. Прям, ну классное, короче, совмещение вот этих вот. И плюс тот, который... Соус по хардкору из того, что было, на самом деле пушка нормальная. Поэтому салатик прям вообще просто огненный, прям 5 баллов. Так, Эрнар, ну чё, классно провели время. Спасибо тебе за салатик.
салатик по хардкору. Спасибо, что пригласил. От души. У меня есть к тебе подарочек. Небольшой, но подарочек. Так как ты знаешь, мы с тобой, ну, вот когда переписывались, да, еще до нашей встречи, я говорил, что мы с супругой занимаемся, у нас небольшой семейный бренд украшений из натуральных камней. Мы занимаемся бусами из натуральных камней и вот браслетами из натуральных камней. И решили тебе сплести браслет. Ручная авторская работа, то есть у нас свое маленькое, там, так сказать, домашнее производство, ни на каких на станках, мы ничего не делаем, здесь полностью ручная сборка, даже печать на коробочке, вот сейчас будешь, если открывать, все ручная сборка. Этот браслет, лава, хотя не буду тебе говорить, короче, давай открывай и, собственно, смотри, там, спасибо. Я надеюсь, получишь удовольствие. Можно разрывать, да? Да прям вообще это твое, как хочешь, так прям рви в клочья.